пал. Вот это просто 5 баллов. Как это было? Почему я вообще чат? Я во что, мать его, воткнулась? Ты видел, Макс? Нет, я пытался запрыгнуть обратно наверх и упал. Я воткнулась просто во что-то и упала. Не откинула. Не знаю, может быть, в мощную грудь тренера? Походу, да. Чего, блядь? За нас зашел, умнич. Блять! Оп, тащим обратно. Блять, свинья. Оп, мансуем. Давайте. Оп, хватаем. О, нормально. Блять, танк. А какого хуя у нас танк наверху? А это новая игра. Какого хрена я танк? Ты его слил, все, тебе не поднимешься. Только если в убегу. О, там повис один, слышь. Я его повесил. Блин, а как реально? Никак, да? Почему я внизу спаунился? Там говорят, что на ксероксе можно в убеге как-то застрять, потому что... Ну, я не знаю как. Это что такое ксерокс? А, на ксероксе. На ксероксе. Спарта. Не-не, они поехали. Мы убили, кстати, кого-то. Макс, они поехали, они могут это... Вверх. Чё, Люб, как в метро? О! Дырочка воткнулась. Попала. Чё говоришь? Как в метро? Не, я в метро не езжу, я на МЦК замеряю. МЦК это не часть метро? Ну это наземное, ну типа метро, скажем так. Блять, меня сейчас заберут танка. А до МЦК? А до МЦК-то как? Меня забрали танка, пизда-то нахуй. Они не открывают. А, дом ЦК Андрея доводит? Не-не, я на электричке, я пешком до электрички. А, от электрички точно. Все, танк умер. Спорим, у нам танка наверху не дадут, вот просто клянусь. Макс, там расправил, что ли? Да, мне не выйти. Почему я снаружи не могу пойти? А, ну да. Да, Макс, появишься, програмишь, и я стою. Внутрь? Блин. Блять, програмил нахуй. Ничего страшного, нормально. Я выхожу. АФК у них, ману, АФК. Бьём АФК. Кикнули АФК. Он проснулся. Куда он ушёл-то? Ну, блядь, это бот, он же не будет в жиже стоять.